Господа зрители, подписчики, всех приветствую на канале Хлебопашец. Давно уже пора крыть крышу нашего дома. Всю зиму уже простоял без крыши, только с флагой ветрозащитной пленкой. И вот, наконец, заказал металлочерепицу. И чтобы не переплачивать за доставку, вот таким вот образом погрузил ее на экспедиционный багажник на Ниву. Вот смотрите, такая вот металлочерепица Супер Монтерей в обрешеточке. Обколотил ее досками. Вот она. Блин, острая какая. Должна быть 0,5 миллиметра. Надеюсь, не обманули. Ну что, господа, по пути застрял 10 раз опять. Протаривал дорогу. Было уже как бы не до съемок в этот момент. Вот, смотрите, дорогу как-то пробил. Черепицу выгрузили. Вон, сколько, 7 листов тут должно быть. Сейчас ее нужно сложить вот там, на поддоны. Аккуратно. И снегом присыпать, чтобы не украли. Но тут, походу, никого и нет, чтобы ее, собственно, воровать. Никто не приезжал. Они его украли. Она что-то сажала там, короче. Господа зрители, подписчики, всем привет на канале Хлебопашец. Сегодня мы начинаем монтировать кровлю, металлочерепицу. Вот, собственно, первый скат, который должен будет быть покрыт. Ух, не знаю, насколько нам это удастся. Но главное, как бы сейчас начать попытаться. План каков? План поднять несколько листов на крышу. Первый закрепить на саморез. Вторые два зацепить на замки, если это вообще получится. И после этого выровнять, как она пойдет, и все. А дальше уже крепить. Вот, чтобы поднять нам, какой план, как поднимать. Вот я уже лестницу здесь, смотрите, приставил. Лист будет подниматься по лестнице. Есть веревка с крючком, вот, то есть мы вот здесь вот будем сверлить дырочку, цеплять крючком. Цеплять крючком и поднимать, короче, туда наверх. Ладно, поехали. Есть такой момент, что если обычным кровельным саморезом дырку проделать здесь, то мой крючок, тот на конце веревки, которым я буду поднимать, он в эту дырку не лезет, я уже это опытным путем понял. Поэтому я взял вот такой вот сантехнический саморез, и вот в него должно полезть. В общем, сходу сантехнический саморез дырку не сверлит, поэтому мы сначала просверлим кровельным, а потом ее увеличим сантехническим. Так, кровельный саморез свое дело знает. Теперь меняем быстренько биточку нашу. Ставим сантехнический. Теперь должен влезть. Сейчас, господа, мы подняли один лист, его наживили на саморезик один, примерно его
поровняли по оси торца крыши и оси ската кровли. Вот смотрите, вот он. Сейчас я проконтролирую с торца, гляну, что там с торца. Ну вроде типа как-то нормально. Вот, и сейчас будем поднимать следующий лист. Солнце, блин, уже к закату. Снимаем листы. Чё? Сейчас я отрегулирую, погоди. Чуть опускаем ниже. Чуть еще опускаем ниже. Два листа сейчас закинул. Замки кое-как там где-то прокрутил. Сейчас вот третий лист у нас на подходе. Будем его поднимать. И уже потом регулировать, скреплять замки. Так, смотрите, как мы его весело поднимаем. Так, листик у нас уже на кровле. Солнце, смотрите, уже скрылось. Сейчас через полчаса кромешная тьма начнется. Нам нужно успеть прокрутить. Так, аккуратненько. Опа. Вот так, ага. Все, теперь лестницу скидывай оттуда. В общем, смотрите, на вот этой хлипкой, уже много повидавшей лесенке, я тут зацепляю замки черепицы. Вот, насколько я понимаю, вот это вот замки, их надо прокручивать где-то вот здесь под волной. Я использую для этого короткие саморезы. Не знаю, правильно или нет. Напишите в комментарии, кто знает. Так. Так, сейчас откручиваем лист. Так, саморезик сюда. Сейчас мы сразу здесь дырку просверлим. И обратно дырку просверлили. И все. Так. А теперь мы регулируем вот эти три листа, чтобы понять. По нашим мнениям, нужно немножко ее поднять. Чё? Ушло. Куда? Туда. Ну что, вот уже и темнота почти полное. Время что-то там пробежало, как будто в поле. Время собирать уже инструменты. Чудесный шуруповерт вот такой. Вот у нас закрыто уже, назовем это где-то примерно 40% кровли. Вот три листа. И надо еще 4, насколько я помню. Наступило утро, мы снова на стройке. Сейчас подготовили листы черепицы к подъему наверх. Смотрите, какая у нас конструкция для подъема листа. Это лестница, лист ОСП, чтобы увеличить площадь, чтобы он не цеплялся за всякие там ступеньки, чтобы, ну, более легко шел, не цепляясь за все подряд. Трос переброшен через весь дом. По сути, был бы у нас еще один лишний человек, типа Яновского. Он мог бы тянуть трос, я бы на крыше контролировал, и все, лист бы поднимался. Но придется поднимать мне самостоятельно, потому что Яновский продает снасти в своем магазине. Цепляем тросом, короче, за лист. Все, поднимаем, монтируем там его, крепим.
Вот леса у нас здесь импровизированные, смонтированные. И вот уже часть крыши покрытая, меньшая пока что. Вчерашняя в темноте, что успели сделать. Сейчас укрепляем обрешетку, заколачиваем дополнительные гвозди винтовые. Боялся, что на морозе доска будет трескаться, как это обычно бывает. Но вроде нет, вроде принимает гвозди, это хорошо. Солнышко, наверное, прогрело. Так как обрешетку собирали тоже в торопях относительно, некогда было даже, ну так, по одному гвоздю. Кто смотрел предыдущий выпуск, знают, что по одному гвоздю всю обрешетку крепили. Сейчас, прежде чем крепить черепицу, естественно, проколачиваем каждый стык, каждую стропилу, каждую доску по 3 гвоздя минимум. Сейчас цепляем лист крючком. Оп, заранее засверленную дырку. Опа. Его месту дальнейшей дислокации. Здесь замок вообще идеально закрывается.